собралась? Домой? Я знаю, расставаться отстойно, но знаешь, что хуже? Тухнуть в ночном Нью-Йорке. Давай-ка я научу тебя ловить кайф. Сгоняй за выпивкой. Ладно. Нет, платишь не ты, платят парни. Кошелек оставь. Ладно. За счет придурков. Привет, братаны. Не понимаю, зачем я так сказала? Можно же было нормально поздороваться. О, боже. Закажете мне две маргариты? Божечки. Выметайся! Это моя квартира! Это не моя квартира, прости. Ночью было круто. Правда? Я не помню. Это Нью-Йорк. Ты красива. А за дверью миллиард мужчин. Что объединяет мужчину и женщину? Определенное количество алкоголя. 4, 5. И если перебрала, то секс будет. 5 коктейлей. Я пересплю хоть с тобой. Я слетаю с катушек после 27. До 24 я сама к себе не притрону. Мне бы мужика на ночь. Как насчет того парня? Нет, он же мальчик. Я Кен. Как ты относишься к фуд-фетишу, когда ноги нюхают? Хочешь понюхать ноги? Ну, без истерик. Без истерик. Нужно быть на месте через полчаса. Буду через 20 минут. Ты чего? Это же для детей, Робин. Для детей с похмелья. Ну как, дедуль? Платеж прошел, идем. Да! Добро пожаловать. Если Том напишет, ждешь 4 часа. Ответишь с эмоджи, ударю в сиську. Отдай! Эмоджи! Прелесть свободы в том, чтобы ей наслаждаться. Прекрати немедленно. Что ухаживаешь за собой. Чего? У меня вообще там нет волос. Ноги сдвинь, я из-за этого перестала смотреть женские сериалы. Это как Том Хэнкс в «Изгое». Как будто Гэндальф на меня пялится. Ни один пенис не пройдет!